Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите прямую трансляцию из Нескучного сада. Сегодня уже 4 апреля наступило. Наконец-то в Москву пришла теплая погода, относительно прошлых наших эфиров. А рядом со мной Никита Баринов. Здравствуй, Никита. Здравствуйте. Прошлая игра была ознаменована вопросом про совок. Обыкновенный совок. Вот он у меня в руках. Ты помнишь, конечно, этот вопрос. Ты, наверное, уже не забудешь никогда. Это верно, не забуду. Я напомню телезрителям. Внимание, обыкновенный совок. Вынесли совок. И вопрос такой. На Олимпиаду в Берлине 1936 года, 1900, многие делегации в качестве инвентаря привозили подобные совки. Покажи еще раз телезрителям. Вот такие совки привозили. Внимание, вопрос. Для чего они были нужны спортсменам? Что ответил ты? Я ответил, что их использовали в качестве колодки. Стартовых колодок для бегуны. Да, естественно, бегуны. Вот. Я как выпускник кафедры СМ-6. То есть, я не понимаю. Я сейчас объясню. Это ракетное и артиллерийское вооружение. У меня, наверное, поэтому создалась ассоциация вот этого совка с станиной артиллерийской, которую используют примерно вот так. Так, покажи. Внимание, смотрим. Так, вот Никита вбил. После чего, если это станина, то можно орудие наводить, делать выстрел, и она должна при правильном, так сказать, использовании остаться на месте в земле. Вот примерно сейчас могу показать, как это делать применительно к старту. Как пожалуйста. Я, так сказать, представлял. Далеко только не убегай. Однако оказалось, что все-таки эти делегации несколько по-иному использовали этот совок. Обыкновенный совок. Совершенно обыкновенный совок обыкновенным образом мы использовали. То есть подкапывали. Давай попробуем. Да. А вот так вот получается хуже, потому что он, простите, погнулся. Это совок Олега Дымова, я боюсь, да, что... Ну, что я могу сделать? То есть вот мы будем некоторое время копать дёрн, и там-то, естественно, это был обычный песочек, как я понимаю, и можем через некоторое время получить такую выемку, в которую мы можем ямку. Поставить ногу вот так вот. Ну и после этого с низкого старта также стартал. Впоследствии, естественно, прогресс не стоял на месте, и каждый раз копать такую ямку было несколько неудобно. Ну и у нас постепенно появились... Рояль в кустах? Да, специально привезенный из Сарова, значит, колодки, достаточно старого образца, но тем не менее до сих пор использующийся, так сказать, в беговом деле. С Олимпиады 80-го года, видимо. Не знаю. Ну, это... Не 36-го года точно. Нет, это, скорее всего, советского периода. Спасибо Максиму Вечинникову, который предоставил мне эти колодки. Ну и вообще всем бегунам-саровцам, да и лыжникам тоже. Так, и как они работают? Работают они примерно так же. Вообще, это настоящие колодки, ну, в смысле, такие, как... Крепятся к грунту, да, настоящие? Они весят 10 килограммов, поэтому я взял какие полегче. Ну и если мы вот так вот установим... Я, по-моему, последний раз, если вообще даже стартовал, я лет 10 это делал, поэтому пусть мне извинят спортсмены, если я что-то не так сделал, но вот как умею. Так, внимание, смотрим. Ну, примерно вот так вот. Это так делают спринтеры, а стайеры, они с высокого старта стартуют, поэтому мне эти вещи несколько далековаты, потому что все, что меньше 3 километров, я бегаю очень плохо. Вот если марафон пробежать, другое дело. А ты спринтер, да? Я стайер, я марафон люблю. Вот я знаю, что ты в день игры пробегаешь 8-10 километров. Это для чего?
настроение просто поднять, ну и как-то успокоиться. Вот обратил внимание, что когда я пробегу, это еще с университета появилось, если я утром пробегаю, у меня весь день хорошее настроение, спокойствие и так далее. Ну и вот кто-то там в баню ходит, кто-то еще как-то развлекается, а я бегаю, прекрасное дело. Ну скажи, все-таки ответ правильно был засчитан, да? Можно ведь и так, хотя совок погнулся все-таки, да? Ну, господину ведущему, пусть, вы знаете, у нас есть хранитель традиции, у нас есть... Его не было в прошлый раз. Ну, в принципе, есть хранитель традиции, у нас есть господин Верхошинский, у нас есть господин Новиков, и, наконец, у нас есть господин ведущий. Очень много людей, которые, так сказать, должны определять, кто там прав, кто виноват. А у меня только, может быть, мое личное субъективное мнение, но я бы себе, конечно, такого не простил. Вот. То есть ты уже морально был готов к поражению, да, когда отвечал на этот вопрос? И когда признавался, что ты имел в виду, ну, не то, что озвучил ведущий в качестве правильного ответа? Ну да, да, я очень боялся за этот ответ, но там был вопрос, либо нам брать минут в кредит, либо нет. Я думал, что это смерть. Я решил, что единственный наш небольшой шанс – это отвечать сейчас, потому что вряд ли мы что-то за минуту придумаем. Хотя, возможно, я был неправ, потому что, как потом выяснилось, Егор-то догадался, что надо, что имелось в виду именно подкапывать. Но... Видишь, салют даже сзади. Красиво. Но так или иначе я ответил, счет стал 5-5, и при счете 5-5 практически сразу ответил Евгений Фионов. И может быть, если бы мы взяли эту минуту в кредит, он бы также ответил, и все было так же замечательно. Даже несколько более гладко, чем получилось. Скажи, Никит, а вот сохранить лицо, это для тебя выше, чем признать, чем доказать, что ты ответил правильно? Козлов, например, он бы боролся до конца за это очко, а тут получается, что ведущий, ну, сам вытянул. Нет, ну я бы там доказывать ничего не стал. Единственный вот момент был, как за который, ну вот мне за этот момент стыдно, когда я там высказал неудовлетворение вопросом из 13-го сектора. Вот там, скорлупки. Да, мне показалось, что вопрос неудачный, но в конце концов это надо было мне держать при себе и не начинать какие-то выяснения уже после того, как все было засчитано. Я уже говорил, что я после драки кулаками не машу, и мне кажется, эта позиция правильная, ее стоит придерживаться в дальнейшем. Ну что ж, ну тем не менее вопрос из 13-го сектора телезрительница из Петербурга получила 90 тысяч, заработала, а... Телезритель, который прислал вопрос про колодки, не получил ничего. Но это такова игра. Виноват. А что пожелаешь команде Касумова? Традиционный мой вопрос про играющую команду сегодня. Ну, мне кажется, что вот эта команда, она, наверное, пожалуй, даже самая яркая в плане эмоциональности, сплава, с одной стороны, эмоциональности, с другой стороны, такого, как бы сказать, драйва. Вот если у них будет хорошее настроение, они обязательно выиграют. Вот мне хочется, чтобы они выиграли, ну, скажем, 6-2. Вот мне кажется, им это по силам, и они... Пусть они это сделают. Спасибо, Никит. Вам спасибо. Так, разрешите мне, господин Рубин, господин, да, Авдеенко, да, мы желаем успеха, тем не менее. Да, господина Бодрова сегодня день рождения. С чем мы его и поздравляем. Да, спасибо. Влад, я тебя тоже поздравляю. Спасибо. Всего тебе самого хорошего. А что господин Рубин пожелал тебе сегодня? Может, он сам расскажет? Да, я еще не успел пожелать ничего. Человеку 20-го диссертацию сдавать, он нервничает. Я ему пожелал, чтобы он не нервничал, сдал, и чтобы все было успешно. Скажи, а вот ну, в день рождения же не все знатоки приходят к нам в клуб. А почему ты решил сегодня прийти, а не остаться, например, дома, отметить хорошо? Ну, это интересно. На самом деле, я давно планировал
на день рождения куда-то выезд, да, там сделать что-то такое. Вот. А потом, когда узнал, что играет команда Касуму в этот день, я понял, что день рождения праздную на следующей неделе, возможно, да, или после защиты диссертации, потому что пропустить игру, когда играет команда Касуму, это как бы, ну, странно будет, да, весьма. Потому что очень сильно болею за них, да, как за Балаша, так, конечно, там и за Равшана. Лизу, да, и за Диму, и в первую очередь за Равшана, конечно. Александр Аврамович, знаете, Равшан – это первый знаток, которого вообще увидел Влад по телевизору, ведь, да? Ну, первый любимый знаток, так ты написал в анкете. Вот сложный вопрос. В первой игре, которую ты увидел, ты болел за Аскерова. Это твои слова. Вот в первой, не в первой, но в начале 2000-х болел, это точно. Было такое. Да. За Рубина не болел, да? За Рубина болел, но как-то... А Рубин в начале 2000-х не играл. Да, это вот, ваше вот, упущение. Да. За Рубина болел, не знаю, позже, позже, в других обстоятельствах. Господин Рубин, что-то вот давно мы с вами не говорили. Как вам вообще эта весенняя серия? Вот команда Козлова, как? Ну, прекрасно. Я просто очень доволен тем, как сыграла и команда Козлова, и команда Росатома. Мне довелось немножко повозиться с этой командой. И слава богу, что они смогли сломать ситуацию при счете 5-5. Возиться с кем вам? С Росатомом? Командой Росатома, да. Что значит повозиться? Ну, даже я не понял. Повозиться – это значит, что попробовать их немножко потренировать. И для них было психологически сложно. Они боялись очень счета 5-5. И то, что они преодолели, это я очень рад за них. Я надеюсь, что появятся новые звездочки. И не только в команде Росатома. Я достаточно давно знаю Влада, и даже мне довелось с ним играть вне телевизионного Бодрова? Клуба. Ну, естественно. И очень надеюсь, что и будут новые звезды, и Влад, и вот Саша Фингеров, да, и Саша Печеный появляются в клубе. Люди, с которыми я играл, и очень приятно, что они появляются. Теперь мы узнали секрет Росатома. Приходите тренировать нас. Все-таки какая-то скользкая победа. Вы в следующий раз лучше их тренируете. Да, скользкая победа. Просто, наверное, признал. А что тут? Просто в следующий раз, наверное, ведущему надо быть пожестче. Ну, это вы ему сами скажете. Это я ему сам скажу. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые знатоки. Михаил Юрьевич? Да. Можно... Ребят. Нет, не... Борщевский не хочет давать интервью, можно понять. Владимир. Да. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вот мне сказали, что вы, когда не играли в команде Касумова, да, вот последние два года. Да, да. Ты даже не ходил в зал, ты оставался в вагончике. Ну, в зал не ходил, да, но я... А сегодня как? Ну, поскольку сегодня я уже как... Являясь официальным игроком команды Козлова, то могу спокойно стоять в зале, вот, не раздражать ребят лишний раз, чтобы они нервничали, чтобы не отвлекались. Плакали. Вовочка, на кого ж ты нас оставил? Да, да. Так, буду стоять и говорить, при мне такого не было. Не было при мне такого. Отойдем от Авдеенко, а то мне потом претензии будут говорить, что я с играющей командой. Дима, все будет хорошо. Вот. Вот, он обещал. Все будет, да, вот, Евгений, вы заметьте, вы обещали, да, что все будет хорошо. То, что команда в новом составе со Аскеровым, она 3 раза из 4 проиграла. Почему? Может быть, они так не смогли свыкнуться с твоим уходом из команды? Ну, вопрос сложный, наверное, все-таки, потому что даже проигрывая, показывали довольно неплохую игру, потом там 6-5, по-моему, проигрывали постоянно, так что... 6-5, 6-3, да, да, по-разному. Да, да, ну, в любом случае, там... Проигрыш 6-5 – это такие качели, когда при счете 5-5 выпадает последний решающий вопрос, нервы на пределе, и там уже повезет, не повезет. И в любом случае, естественно,
есть, наверное, некое давление, что вот на... и Равшану, наверное, очень тяжело, как человек, который там кого-то одного заменил, да, на него там дополнительные какие-то прикованные взгляды, дополнительная ответственность, что надо играть как минимум не хуже, а, наверное, все-таки лучше надо играть, если замена все-таки произошла. Все-таки у них самый, ну, самый взрослый игрок, да, и... Давайте говорить, самый опытный, да. Самый опытный, ну, да, я да, это да, имел да. в виду, да, вот, вот ты меня лучше понимаешь. Угу. Поэтому, ну, видимо, тоже дополнительные какие-то психологические факторы. Но надеюсь, что сегодня все будет очень, очень хорошо. Вот. К тому же ты вот эту традицию не ходить в зал, когда играет Касумов, ты сегодня прервешь. Да, и, может быть, да. эта серия из трех поражений тоже прервется. Не, будем надеяться, что да, вот так и получится. Вот, так что победы и только победы. Спасибо, Володя. Спасибо. Женя, рад тебя. Андрей, здравствуй. Привет. Сейчас, одну секундочку. Просит поменять камеру. Андрей, да. А где же ты был? А мы снимали в Беларуси летнюю серию. Интересно. В Беларуси, это не секрет, наверное, что не в прямом эфире идет передача. Вот мы снимали всю летнюю серию за выходные. Поэтому... Когда она выйдет? Уже летнюю, да? Уже сейчас летнюю, у нас только апрель да, да. наступил. Скажем, у нас еще будет только... Только вчера, по-моему, показывали финал весенний. А, вот, а теперь уже будут летнюю показывать, ну, попозже, через месяц только. Ну, результат, конечно, нельзя раскрывать. Нельзя раскрывать. Но интересное получилось. Да, очень хорошо. Очень любопытно, да. Я бы сказал, но не раскрывать результат сложно. Одну секунду. Давай подробности. Так, мы продолжаем наше увлекательное интервью с Андреем Сапрановичем. Давай. Значит, что у нас, что ты говорил, серия получилась летняя неплохая, да, в Беларуси? Нельзя рассказывать результаты, поэтому сложно, но, в общем, будет интересно. Ты там играл, ты там капитан, да? Да, я там играл, там капитан, Иван Топщи там играет, Павел Чернявский в моей команде, то есть все известные люди. Не последние люди в Москве, да. У нас в весенней серии ты не принимаешь участие. Ты следишь вообще за играми? Конечно, конечно. Мы смотрим постоянно, собираемся, смотрим. Если я пропускаю, всегда обязательно в эфире. И тебя смотрим, Женя, и до, и после. Уже без этого уже тяжело представить себе выходные. Как интересно? Конечно, конечно. Ну, немножечко простовато весенняя серия, честно говоря, как мне показалось. То есть позиционируется как играет 4 лучших команды за 5 лет, а вопросы не самые сложные. Наверное. Они интересные при этом, да, ну... То есть ты все взял на палец в прошлый раз? Конечно же, нет. Опять же, но даже если что-то взял, то я никогда это не считаю, потому что сидя на диване с чашкой чая, всегда просто отвечать, потому что на тебя не давит ответственность выбора. Придумал, ну, гордишься собой, но не более того. А ты с кем смотришь игру дома? Ну, вот на выходных в Минске смотрел с родителями. Да. Вопрос про совок, как тебе? И как вообще судейство ведущего в прошлый раз? Ну, скажем, оно вызвало некоторые вопросы. Вот. Но нет, я на самом деле считаю, что ответ неверный, конечно, потому, ну, возможно, потому что я знал этот факт, как спортивный журналист. Я знал, какой правильный ответ. Вот. Ну, как казалось, вопрос такой с подвохом. Но, наверное, как всегда говорит и Олеся у нас в Беларуси, все зависит от счета. Если бы счет был в пользу знатоков, то наверняка Борис бы не засчитал этот ответ. А так господин ведущий, да, извините, конечно. А так господин ведущий, конечно, решил, наверное, создать интервью. Никто же не знал, что при счете 5-5 выглядит легкий вопрос. Ты как-то легко к этому относишься, да? Тут же, можно сказать, произошел прецедент. Может быть, и вас тоже будут так мягко судить. Они в следующий раз. Может, наоборот? За 40 лет столько было прецедентов. На самом деле, я как раз вспомнил по этому поводу такой же, назовем это скандал, хотя слово скандал слишком громкое, когда оставался Бялка один на решающем раунде, вопрос про Матисса, да, и вот он там тоже был, мне кажется, он там более правильно ответил, но там он сам сказал, что ответил неверно, это немножко другое было, но тоже весь, там наоборот, вся студия считала, что ответили. Вопрос был такой, однажды у Матисса спросили, да. Вам нравятся женщины, которых вы рисуете? Сказал, нет, я бы что от них вы? Убежал. Я бы убежал от них, да. Убежал бы от них без оглядки. Тогда зачем вы таких женщин рисуете? Что ответил Матисс? А Матисс ответил,
помнишь, что не женщин, а рисую картину. Правильно. Конечно. А Белка ответил, может быть, у меня женщины и некрасивые, зато картины очень хороши. Да. Я не спорю по поводу решения господина ведущего. Я имею в виду, что был оттенок стандартности в том, что многие считали, точнее, весь зал считал, что нужно засчитывать. А здесь как раз наоборот. Весь зал считал, что ответ неверный, но его засчитали. А там было наоборот. Ну, мне такое создалось впечатление при просмотре трансляции. Я не знаю, может быть, на самом деле немножко по-другому все было. Дело сделано, игра сделана. Дело сделано, игра сделана, да. И ребята все равно были молодцы. Евгений Фионов мне очень понравился. Он раскрылся для меня с другой стороны. Спасибо, Андрей. Спасибо. У нас девушки. Девушки, здрасте. Вас разыграли как-нибудь 1 апреля? Нет. Ну, разве что новость про Мистрали была довольно смешная, а так нет, да, как-то не вышло. Еще раз, не вышло, да? Да. Мне не получилось, наверное, боятся разыгрывать нас. Думают, что мы сразу разгадаем весь хитрый план. Возможно, боятся, что мы просто психанем и убежим. А вы, вообще, у вас какие-нибудь были в вашей жизни интересные розыгрыши? Не могу ничего вспомнить. Да, я тоже не могу ничего вспомнить. Извините, одну секунду. Были. Я помню, мы с Денисом Лагутиным играли, но это было не 1 апреля, а что никогда. И была ситуация, когда он вышел во время сдачи ответа на улицу и поручил нам сдать бумажку с правильным ответом. И мы ее забыли сдать. Он пришел, очень сильно ругался на нас. И в следующий раз, когда ему нужно было так же выйти на сдачу ответа, он сказал только: ребята, пожалуйста, бумажку не забудьте сдать. И ушел. Мы взяли такой же кусочек бумаги, написали на нем тоже правильный ответ, положили на место Дениса. И когда он вернулся, он очень кричал. Он реально думал, что он... Мы думали, что он умрет. Но мы да, просто разыграли. Это был розыгрыш, когда мы разыгрывали, да, да, а не нас разыгрывали. А вот нас, наверное, да. Вот телезритель Никита Петров прислал вопрос. Он очень хочет написать вопрос к нам в клуб, но он совершенно не понимает, какие критерии. Вот просит у знатоков, чтобы они могли составить вопрос. Вот у вас есть такие простые советы в поверхности, которые лежат? Понятно, что на знание не надо присылать, да? Нет, знание, конечно, это ну, вопрос неинтересный. Наверное, самые интересные вопросы, где, ну, кажется, что есть очевидный какой-то ответ, вот, который, наверное, приходит первым в голову, когда о чем-то спрашивают, но на деле логика оказывается совершенно какой-то неожиданной, иногда там противоположной, иногда вообще какой-то совершенно, там, не знаю, из ряда вон, и такие вопросы, наверное, самые красивые в итоге оказываются. Я люблю вопросы на приспособление, потому что мне кажется, что именно они отличаются никогда от остальных интеллектуальных игр или викторин, потому что там не требуется прямого знания факта, а это как раз то, что отличает знатоков. Ты берешь вещи, которые ты не имеешь ни малейшего представления, и ты должен просто придумать, зачем она. И мне кажется, что это самые показательные вопросы на самом деле. Я не говорю, что хорошо их играю, но мне не нравится. Это твоя любовь отличает тебя от всех остальных знатоков. Я тоже хотела сказать, неожиданное какое-то сейчас было признание. По-моему, никто не любит вопросы на приспособление. А про язык гусей? Это не приспособление. Вот. Ну да, это, наверное, это самые сложные вопросы просто. Вот поэтому знатоки их, наверное, побаиваются. Вот. И не любят, да. Ну, маму Толя любит, оказывается. Мне кажется, они красивые и интересные. Просто нужно учиться их отгадывать, видимо. Вы уже дрожите, да? Да, побежим. Да, так что да. Спасибо. Спасибо. Надо опять продолжаем трансляцию менять. Здравствуйте, господин Поташов, господин Левин. Добрый вечер. Наш телезритель Никита Петров знает, что вы написали книги о том, как задавать вопросы в «Что, где, когда». И он тоже хочет прислать вопрос к нам в клуб и хочет спросить вашего совета. Вот если коротко и просто, если не читая ваши книжки, а как-то вот выборку, да? Невозможно. Невозможно. Ну пусть не наши книжки, пусть какие-нибудь почитают, да, тоже полезно. Что должно быть в вопросе? Вопросе... Загадка. Тайна. В вопросе должна быть тайна. Вы так вот рассказываете сложно, что он возьмет и не будет просто отправлять к нам вопрос. Я вообще не рассказываю, честно говоря, какой сложно. Нет, в вопросе должно быть что-то интересное. Да? Интересный факт, интересная связь между фактами. На худой конец, в самом худшем случае, интересная игра свойств. Игра слов. Да, у вас сыпятся ценные вещи.
Спасибо. Начинил с самими вещами уже. Да. Вот. Значит, и самое важное, вопрос должен быть таким, что самому автору было бы интересно над этим вопросом думать. Подчеркиваю, не знать ответ, да, а именно думать над вопросом. Причем еще надо иметь в виду, что думать над ним будет команда, да. Соответственно, в вопросе должен быть повод для командного обсуждения. Только тогда из этого может что-то получиться. Еще минут 15, и Макс перескажет свою книжку. Ну, вопрос должен быть на логику, правильно? Или на... Не обязательно. Но логика в нем должна присутствовать, скажем так. А вот как же вот на озарение? Там же нет логики. Ну, там есть логика, но она более скрытая. А вот закончите хокку. Ну, если там есть, опять же, если он красиво закончен, неожиданно и логично, то почему нет? Просто логика тоже может быть парадоксальной, да? Вот хокку, она обычно именно такая, но это тоже логика. А вы, Максим, какие вопросы больше любите? Хорошие. Ну, у вас есть любимая тема вопросов? Я имею в виду любимая озарение. Тема, любимой темы нет и быть не может. Качество вопроса никак не связано с его тематикой. Вот. И отвечая на ваш незаданный вопрос, невозможно придумать вопрос на озарение. Озарение – это вещь неформализуемая и непредсказуемая. Да? И невозможно, задавая вопрос, предсказать, как именно команда будет на него отвечать. Потому что одна команда может к ответу прийти одним способом, другая совершенно другим. В этом, собственно, прелесть и непредсказуемость игры. Ну, я понял, что Никите надо читать ваши книжки. Не обязательно. Не обязательно наши, да? Что пожелаете Касумову сегодня? На самом деле, вот одна из самых интересных и, опять же, непредсказуемых команд клуба. И в ее игре очень многое зависит от настроения некоторых людей. Потому что в команде есть такие люди, как Миша Скипкин, на мой взгляд. Да? Он человек очень надежный, стабильный. И можно не сомневаться, что он свое отработает и сделает в любой ситуации. Ну, просто характер такой. А вот что касается таких ярких, творческих людей, как Дима Авдеенко, как Равшан Аскеров, как Лиза Авдеенко. Тут очень многое зависит от того, с какой ноги они сегодня встали, поэтому желаем встать с той ноги. Ну, я только победы пожелаю. Это моя любимая команда, ну, не считая собственной, конечно. Ну, вообще у нас сейчас хорошая ситуация в этой серии. Ваш друг Равшан Аскеров играет. Я не знаю, насколько он ваш друг, Максим. Намного. Намного. Нет, я там, я могу, я думаю, всех ребят в этой команде называть своими друзьями. Поскольку... В Фейсбуке он у вас зафрэнжен, да? О, да, в Фейсбуке мы с ним... А у меня нет, потому что у меня нет дружим, да, разнообразно, я бы сказал. Нет, я не договорил, что вот такая серия, что каждая следующая команда может болеть за предыдущие. Они никак с ней не конкурируют на самом деле. Искренне болеть. Но в данном случае тут все совпало. Я говорю, что я с большой симпатией отношусь ко всем членам этой команды. У меня нет... В других командах, ну... Не секрет, что отношения складываются по-разному. Кого-то, кому-то симпатизируешь больше, кому-то меньше, кому-то вообще не симпатизируешь. Вот в этой команде таких, которым не симпатизировал, у меня, например, нет. Поэтому искренне победы желаю этой команде. Ну, спасибо вам большое. Борис Белозеров. Здравствуй, Боря. Добрый вечер, добрый вечер. Как твои дела? Да замечательно. Вот только приехал сегодня как-то поздно, но все равно успел. Знаешь, все хорошо. Наши зрители в прошлый раз оценили твой новый образ. Ты постригся, да? Да, да, это замечательно. Я очень долго этого ждал. Вот нашел прекрасного мастера в Москве. Очень хорошо. Рекламу делать не надо. Скажи, а ты... Вот твоя прическа, она как-то называется? Может быть, Элвис, может, еще как-то? А, нет, на самом деле, просто одна прекрасная девушка в Волгограде сделала мне такую прическу года полтора или два назад, вот, и я очень долго искал в Москве человека, который смог бы сделать так же, вот, у него замечательно это получилось, поэтому это вот... Мне очень нравится, слава богу. А то ходить с большой копной, конечно, забавно, но неудобно.
Скажи, а прическа, она как-то влияет на игру, нет? Ну, играть-то мне еще не скоро, а на самоощущение, пожалуй, влияет. Особенно, когда вот так, как-нибудь залихватски это все сделать. Прям так даже и несколько меняется настроение. Могу сказать совершенно точно. Тебе важно вообще, как ты выглядишь? Когда как, но, пожалуй, в элитарном клубе, особенно когда на камеру, да, скорее важно, какие-то элементы имиджа всегда пытаюсь менять там, вот, пожалуй, да. У тебя даже имидж свой есть, да? Такой, как понятие, да? Когда как, да, ну, не то чтобы имидж, но скорее просто всегда хочется внести какой-то интересный элемент, который будет отличать вот эту конкретную игру, даже если не моя игра, от какой-то другой. То есть, да, безусловно, в этом есть какой-то интерес. Хорошо. Желаю тебе и дальше выглядеть красиво. Отлично. Я желаю команде Балашко-Сумова сегодня победы. Вот, будем очень за них болеть. Спасибо. Господин Дзюба, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. 50 лет – это, ну, я не знаю. Я в шоке. В шоке, да? Да. Мне сказали, что вы самый молодой дедушка у нас в клубе, да? Ну, да. Самый молодой человек, который стал дедушкой в элитарном клубе. Вот. А давно это случилось? Ну, у меня старшей внучке будет уже в мае 4, младшей внучке, ну, как бы две у меня их на сегодняшний момент, год и 3, вот скоро будет. Но это пока у меня только старший сын старается, основные силы еще в игру не вступали. Миша хвалится своими внучками. Михаил, вот глупый хвалится молодой женой. Да. А умный внуками, правильно? У нас теперь появился свой канал на YouTube, да, что, где, когда. Как вам вот этот вот слоган? Дзюба, звезда YouTube. Ну, по крайней мере, в рифму. Там много игр с вашим участием, так что это чистая правда. Да. Черт, надо... Спроси, сколько много? Ну, надо... Практически все, в которых Михаил принимал участие, много. Все там. Ну, много это... Мы когда-то давно с Мариной и Друзь рассуждали, сколько много. Много, по моим понятиям, много это 4 и больше, по ее понятиям 3 и больше. Вот. Потому что если они кубиками, как считают Марина, то их 3, чтобы пирамидку сделать. А если они шариками, как считаю я, вот это, то чего много, то тогда нужно 4. Михаил, ну вы у нас действительно играете с 96-го года. А очень просто как бы просчитать. Вот моей дочке, вот когда я пришел, ей там было сколько месяцев? Ну, к ноябрю 9 месяцев, наверное, было. Вот. А сейчас она учится на первом курсе. Михаил, ну вот есть еще второй слоган. Дзюба, легенда клуба. Как вам такой? Ну, это, наверное, больше вот к Друзю. Да. Я еще вот... То есть... Я тебе отдам, я не жадный. Александр в прошлый раз на нашей трансляции согласился, что он легенда, даже живая, да? Я не останавливаюсь на мелочах. Ну, клуба само собой, а я вообще легенда. То есть был ли он? Да, то есть никто не знает, да, там, что я делал, какой я был там. Анекдоты, как про Василия Ивановича и про Штирлица, уже рассказывают. Ну, вот, как бы, ну, соответственно, легенда. Вы намекаете на себя и Михаила, что Василий Иванович... Да, это точно. Мишка. 20 Лучше Дзюба. Прибегает Дзюба к Александру Абрамовичу и говорит. Да, белые в городе. 20 копеек с меня, Женя. Это хорошая, прекрасная шутка. Как вы отметили свой день рождения? Ой, мой день рождения, он отмечался вот как раз недавно, он позавчера. Мне устроили такое большое шоу на работе. Там довольно много человек не смогло прийти, но и... В том числе и я, к сожалению, был в отъезде. Да, но мы с ним еще вспрыснем. Да. Но все равно присутствовало больше 80 человек на юбилее непосредственно. Там мне устроили грандиозное шоу там с песнями, плясками, там... всякими... И раздачи подарков.
Да, в раздаче подарков тоже. Что плясали, что пели? А пели специально сочиненные песни в мою честь. Ну, в общем, я четко ощущал себя там, ослы ему славу по нотам поют, козлы бородами дорогу метут, бараны стучат в барабаны. Это вы про своих гостей сейчас? Трубят. Ну, это я вообще, это такой образ. Ну, на самом деле... Автор Чайковский, на всякий случай. Для тех, кто не знает. Но это там действительно было здорово. То есть он просто, он говорит, что он воробей, несмотря на то, что это из тараканища, там воробей, тараканище склевал. Но он говорит, что он маленький, ему так хорошо. В общем, ну, наверное, да, в общем, такое шоу продолжалось. Были, как бы, такие поздравления от всех наших там многочисленных, довольно многочисленных уже филиалов фирмы, где я работаю. Ну, в общем, я, честно говорю, несколько раз я расплакался. Просто вот расплакался, потому да, что... Да, на тебя не похоже вообще. Ну, я выбрал свою норму. Ну, я, конечно, Мишка, но в конце концов я не моряк и даже не одессит. Да. Поэтому все-таки да. И в этот раз поплакать было право. Не беда. Да. Ну, вы с Александром играете практически, ну, вы редко играли не с ним. Поэтому Александр уж про вас-то знает все. И, наверное... Мы с ним играем в другую ипостась, что ли, когда спортивные игры мы... Тоже вместе. Да. Правда, чемпионом я стал с ним только один раз, но у него еще все впереди, до 60. Господа, я хочу просто, коль скоро вы здесь оказались, подвести, чтобы вы мне помогли подвести итоги нашего прошлого конкурса, и мы с вами заявим сегодняшний конкурс. В прошлый раз мы просили назвать всех знатоков в истории клуба с именами команды Рудера, да? То есть это Никита, Александра... Александр – это неправильный ответ, только Александра. Егор, Евгений, Ильдар и Константин. Вот... Егор, Георгий – это... Это разные имена, да. Нет, ну, вообще это одно имя, но просто это люди разные. Ну, у нас, да. Как вы считаете, вот Ильдаров сколько было, кроме Низамова, в истории? Два. А кто второй? Ну, просто явно же, что не один. Так сказал, из общих соображений. Нет, это была покупка. Ильдар у нас один за 40 лет. Мы принимали ответы только до начала первого раунда. Первый раунд у нас начался в прошлый раз в 23:02 по московскому времени. И когда мы и закончили принимать ответы. То есть принимали ответы только от тех телезрителей, кто назвал все пять, кроме Ильдара, имен. И победил Андрей Евсеев. Андрей, поздравляем вас. Вы получаете наш интеллектуальный куб «Что, где, когда». А назвал Андрей 14 человек. Никита. Шангин и Старун. Да. Егор Хребков. Он играл в команде музыкантов в 2011 году. Разочек зашел, да. А вот, может, господин Дюба вспомнит Константинов. Ну, я вспомню, Алдохин. Ну, это известный знаток игры «Что, где, когда». А вот Михаил, наверное, не знает. Константин Анохин, Константин Блаженов. Алдохин. Это Анохин, не у нас. Анохин, да. Конечно. Извини, Костя, я оговорился, да. Ну и, конечно, незабвенный Константин Аверченко уж, его-то вы должны помнить. Да. Вы играли, по-моему, вместе. Мы, да. Ну, в одно время. Один раз, как... Не, а мы... Нет, Костя, нет, все-таки не играли мы вместе. Вот я вспоминаю, я пытаюсь сейчас помнить весь состав, да. Когда вот я играл, один из тут редких случаев, когда я играл без друзья. Нет, Костя там не было. Евгеньев назвал целых 7 штук, наш победитель. Нехаев самый большой. Самый большой, да. Назаренко, Емельянов, Нехаев, Ильин, Ночевкин, Куприянов и Демин. Ну и Ильдаров у нас других нет. В общем, победил у нас... Александра. Госпожа. Кто? Ваша тезка по женской линии, если можно так сказать. Не, была Александра, не помню. Одна была. Царькова. А, ну конечно. Саша Царькова из команды детей. Саша Царькова с Маринкой играл, да. А сегодня мы решили, мы сейчас чередуем разные варианты конкурсов, то про стихи, то про знания знатоков, а сегодня конкурс-прогноз. Наконец-то. Нас многие просили, мы прислушиваемся к советам. Мы попробуем... У нас на столе 13 секторов. Да. Да? Угадать, какие выпадут, какие нет, ну, это очень сложно. Мы решили взять 6 секторов
и попросим наших зрителей угадать, какие города и сектора выпадут сегодня в игре, и предсказать исход этих раундов. Я прошу показать, какие сектора мы будем сегодня загадывать. Санкт-Петербург, это вам близко. Да. Автор неизвестен? Нет, авторов мы не раскрываем. Жалко. Да. Да, какая разница? Наши выиграют. Думаю, что вряд ли. Не выпадет, да? Нет, я думаю, что выпадет, но проиграют. Простите, сначала Минск. Да, Минск. Давайте начнем по порядку, да. Минск выпадет или нет? Минск выпадет, выиграет. Господин Дзюба, вы солидарны с друзьем? Солидарен. Петька, да? Нет, тут солидарен. Санкт-Петербург. Ну, выпадет, но не выиграет. А он сказал. Я сказал, что выиграет. Так, уже разница. Хабаровск. Хабаровск не выпадет. И я согласен, что не выпадет. Так, хорошо. Сектор Блиц. Ставки делать не надо, просто мы так сейчас наговорим тут на пару тысяч. Я надеюсь, что наши редакторы сейчас записывают, потом мы сравним. А потом, да. Так, сектор Блиц. Блиц выпадет 100%. И они его выиграют. Да, и тут я согласен. То есть у нас пока одно расхождение. Сектор Супер Блиц. Сектор Блиц, Супер Блиц выпадет, и они его проиграют. Супер Блиц не выпадет. И последний сектор – это 13-й сектор. 13-й выпадет, они выиграют. Выпадет и проиграют. Ну, мы просим то же самое сделать наших телезрителей на адрес онлайн @tvigra.ru. Напишите, пожалуйста, какие из этих секторов выпадут и исход раунда. И принимаем мы ответы опять до начала первого раунда. Ну вы нам расскажете, да, кто из нас там, сколько правильных после трансляции? Или это уже только будет... перед нашей игрой? Ну, мы постараемся вам рассказать. Если нет, тогда перед вашей игрой. Внимание, вы играете через 2 недели. Это уже фиксировано? Я думаю, что да. Просто мы как бы стоим так на низком старте, готовы бежать 12-го, готовы бежать 18-го. Вообще первый раз такой, да, двухнедельный перерыв, когда игра уже в прямом эфире идет. Понятно, что там... Нет, но были переносы в связи с... Понятно. Но двухнедельного перерыва не было никогда. Но мы готовы. Мы готовы и к тому, и к другому. Мы еще не потренировались. Я готов вернуться из Стамбула. Да. Вы будете в Стамбуле, да? Я буду в Стамбуле. Греться. А вот вы работать. Строить мосты? Да, конечно. Там строится большой мост через Босфор. И как... Ну, Миша просто... Без Миши-то как они могут построить? Нет, ну он реально... Он классный инженер-мостовик, я много построил мостов, в том числе и отчасти вот наш знаменитый Вантовый мост питерский, не без его участия. Так что как? Мы его ценим не только за то, что он играет в телеклубе. Спасибо. Спасибо вам. Простите, пожалуйста. Прямая трансляция. Да, Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас третий раз. Наконец нам удалось вас поймать перед игрой. Спасибо. Вы любите игру «Что, где, когда»? Да. Это будет чисто. Причем это будет не каким-то там, знаете, вот знаком вежливости. Это будет искренне на все 100%. Кстати, и искренне в духе программы, в переводе с итальянского, с латыни, без воска. Происхождение слова фантастическое. Что когда мрамор давал трещину, мастера в эпохе Возрождения, да, то, чтобы спасти многодневный труд, трещины заливали воск. А вот то, что сделано без воска, называется искренне. Прям дословный перевод. Представляете? Так что говорю искренне. Очень это не утратило абсолютно. Потому что это при ярко выраженном развивающем и воспитательном аспекте, это просто азартно. Азартно. Поэтому я смотрю. Вы смотрите давно, наверное, да? Ну, я, конечно, телезритель нерегулярный. Уже ушли те времена, когда мы обводили в программке, помните, кружочком ту или иную программу и ничего себе не позволяли. Но если есть возможность, особенно в гастрольных поездках, благо мы заканчиваем как раз концерт, когда «Что, где, когда» начинается, я с удовольствием смотрю, участвую и, естественно, примеряю к себе позицию знатока. Иногда, кстати, бывает очень... Разумные ответы у меня, совпадающие с заданными, правильные. Валерий, любимые знатоки у вас есть? Ну, безусловно, я, как и во всем, сторонник старой школы, потому что
самый дорогой тот, который приходит тебе в юные годы. Поэтому, безусловно, вот я сейчас встретил и Александр Друзь, и Козлов, Андрей Баташов. И импонирует, безусловно, и всех сразу теряешься, как сказать. Старейшина наша, да. Ну, старейшина очень люблю, да. Я еще и помню, и Биалка, когда играл, помните? Всех, всех, конечно. Ну и последний вопрос. Что пожелаете нам на 40-летие? У нас в этом году юбилей. Вы знаете, 40 лет – это фактически констатация, что программа не просто не безнадежная, она просто высокохудожественная, я бы так и сказал, как говорят в Министерстве культуры. Поэтому я пожелаю еще долголетия, потому что свежесть не уходит, очень ничего лишнего. Знаете, мне кажется, что где когда это классика телевидения сегодня. Во-первых, особую гордость вызывает, что программа не импортирована, а скорее она идет на экспорт. Это так редко в телевизионных продуктах. В основном мы показываем нашим телезрителям в лучшем случае адаптированные программы, а в большинстве, наверное, лицензион. А это прямо вот гордость, знаете, как, наверное, русский бильярд, когда есть прилагательное русский. Вот, мне кажется, замечательная российская телепрограмма «Что, где, когда». Поэтому я вас поздравляю с этим успехом, заслуженным. И желаю еще подольше радовать телезрителей вот такой интеллектуальной и азартной одновременной игрой. Спасибо. Сегодня замечательная песня в музыкальной паузе. Ну, это проверенное временем тоже произведение. Совсем недавно, в день моего рождения, мы потеряли великого джентльмена Аркадия Михайловича Арканова. И прямо накануне я как раз случайно прочел стих Игоря Губермана, который относится, вот он очень точно передает: «В наш век искусственного меха и нефтью пахнущей икры нет ничего важнее смеха, любви, печали и игры». Вот как Аркадий Михайлович это любил игру, так вот и всем желаю также относиться, как истинные джентльмены в жизни. Это бабочки, галстук, обязательно уважение к ритуалу, который нас ждет сегодня, ритуалу игры с большой буквы. Поэтому поздравляю вас. Большое вам спасибо. Спасибо. Мы прощаемся, встретимся после игры. Участвуйте в нашем конкурсе и до встречи.